Вы смотрите Disney XD на YouTube. Почему медведь на пачке с хлопьями? Их делают из мишек! Нет, Крэш, а твое печенье, поверь, не делают из эльфов. Вы все портите. О, точно, кишечный грипп приближается. Но сегодня не настигнет. Инкубационный период до... до пятницы. Это очень необычная болезнь. Что сказать, мам? Я слушаю свое тело. Да, я слушаю, как его тело настраивается. Вот и хожу с освежителем воздуха. Значит, твой кишечный грипп никак не связан с тем, что Такмук-жуковед приезжает в школу. Кто такой Такмук-жуковед? О, это местная знаменитость с огромной коллекцией ползучих тварей. Вайт их боится. Бернштейн, ты боишься жуков? Нет, я ничего не боюсь. Я поплыву с акулами, побегу с быками. Я даже не побоюсь вдохнуть твой утренний запах. Господи, тебя что, делали кверх ногами? Так чем же тебя пугают ползучие, глазастые, волосатые твари, кусачи? Не в этом дело. Это произошло накануне Хэллоуина. Скука! Ближе к делу. Да. Парни, вы же обещали дом с привидениями. Я не вижу ничего страшного. А что по-твоему? Это? Резиновые тараканы. Ты дал мне на жуков 45 центов. Если хочешь что-нибудь страшного, нужны денежки. Эй, зацените кровавых червяков. Это остатки спагетти. О, смотри, чесночный хлеб лежит. Это для защиты от вампиров. О, ну кто испугается шоколадного паука? Нет, это мой тарантул. Чего кричишь? Кончились все Мишкины хлопья! Мишкины хлопья!